Львов, и сегодня будем играть в жуткую липучку. Сейчас мы должны будем проходить уровень жуткой липучки, чтобы дойти куда-то. Вот. А нам это нужно как никогда. Правда, я не знаю. Так, мы сейчас куда-то отправимся в стенку. Да, что там у нас? Опа, она. Что это случилось? Ого, где мы? Интересно. А это что? Нет. Ладно, ну, наверное, сюда. О. Что здесь надо делать? Ого. А что такое тут надо делать? Ребята, что тут надо делать? Что тут надо делать-то? Я не понял. Как тут и что делать? Что-то вообще не видно ничего. Так, ну вроде все теперь видно. Надо выбраться из этой комнаты. Понятно, надо быстрее выбираться из этой комнаты. Тут что-то будет ужасное. Поэтому... О нет, я ничего не вижу. Что случилось? Ребята, что такое? Я ничего не видел тогда. И даже не подозревал, что случится. Нечестно. Я, может, откуда знал, что там будет такое. Даже не знал, что там такое. Немного жутко. Это же не зря называется жуткая липучка. Называется оно с того. Ой, а куда это я? Обратно в лес. А куда надо? А, вот сюда, наверное. Нет, куда? Ребята, скажите, куда мне надо? Тут так сложно. Может, мне сюда надо? О, да, сюда. Просто куда я иду? Зачем я иду? Ой, а как сюда войти? Так, мальчик мне вроде... Ой, а куда это? Это опять? Что-то я не понимаю. Как они тут выживают? Как они на таких больших уровнях? Может, тут еще что-то есть? Да, тут еще что-то есть. Вот. Ой, куда? Тут просто дверь какая-то. Не пройти. Надо в другое место идти. Тут какая-то тьма нас накрывает. Как-то сложно, ребята. Тут их этих коридоров... Тьма. А что это вообще такое? И как здесь можно выжить в этой игре? Что-то должно быть. Что-то должно быть. Они как-то уже даже умудрились на 22-й. Эй, отстанет меня дяденька темноты. Он страшный. А как бы это все пройти? Так загадочно и страшно. Вообще, я нашел, как это пройти. Осталось только туда добраться. Так. И есть! Ох. Мы смогли. Теперь можно в дверь идти ту. Наверное. Нет. Надо делать. Я два выключил. Дяденька темноты. Нет, он меня снес. Так, я уже два вырубил. Тут еще один, он там.
Да ё-моё, там дяденька темноты. Как нам это все пройти? Узнать бы. А что это за портал? Ну лучше не надо. Там написано выход. Как туда пройти, если там дяденька темноты? Все, дяденька темноты. Надо что-то сделать. Я нашел. Эй, я в масле. Я нашел, что надо делать, ребята. Сейчас тут надо выключить. Только собраться надо. Хотя денька темноты скоро придет. Страшно, и не хочется, чтобы он приходил. Но мы уже тут. Нам надо тут все сделать, чтобы был порядок тут. Да, надо, чтобы был порядок. И дяденька темноты идет. Так, и куда мне теперь? Не знаю. Вот. Получается, я в каком-то масле еще вечно застреваю. И куда-то еще надо. Ну, далеко надо ходить. Нет, дяденька темноты. Как же мне все достать? Мне остался еще магнитик какой-то. Или что мне осталось? Ладно, надо подождать. Там дяденька темноты, потому что гуляет. Не хотел бы к нему попасть. Нет. Туда нельзя. Только вот интересно, как пройти этот уровень? Надо вот вечно, что ли, собирать всякие штучки. Эх. Так хочется уже все это пройти. Наверняка будет что-то круче всякого. Дяденьки темноты там нету. Дойти. Теперь как туда забраться? А, тоже так же. Понятно. Тут все легко, оказывается. Опять пойти вот туда. Выключить этот. А, я понял, когда вы погибаете, вам нужно снова вот это все выключать. Долго. Долго, я вам скажу. Или нет? Дверь теперь нужно зайти. Я понял. Ух, наконец-то. Мы прошли этот уровень. И мы теперь можем идти дальше. Ребята, скажите, пожалуйста, что это был очень такой сложный тур. Очень сложный. Мы его еле как прошли. Поздравьте меня. Я прямо сам за себя очень сильно рад, то, что мы это все... Мы прошли все вот это. И поэтому вот так вот. Что это мне девочка делала? Так, что дальше? О, я на 17-м. О, как интересная игра все-таки. Ну, вот с этим дяденькой темноты было сложно. О, Хэллоуин. Да туда, 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 да туда. Это мой дяденька, я ему открою и позвоню. Давай, дяденька. Вот, спасибо. Так я тут застрял. Вот все, спасибо. То я тут застрял, он меня закрыл. Так. Нужно собирать еще все.
Ну давай, проходи, мой пацанчик, в эту дверь. Еще несколько монеток для меня. Ого, вот еще. My Little Pony. Ребята, поднимите руку просто, кто не любит My Little Pony. Ну, я не люблю. Мой щеночек. А, это тот самый бананчик? Фу, гадость какая. Не люблю бананчик этот. Вот этот самый Соника. Бума. А это куда? Эй, человечек, у тебя как-то... Ну так, далеко домик. Куда мне надо идти вообще? За конфетками. Сюда. Что-то нужно куда-то подниматься теперь. Как подниматься? Вроде нет никакого подъемника. А, наверное, вот так, вот сюда. Все-таки как-то можно же подниматься. И как-то надо. Просто, наверное, кто-то уже поднялся наверх. Только как нам подняться? Вроде ничего такого нету, которому можно было вот эти все продать. Там все найти нужно. Только я вот не понимаю, где еще с монетками люди? Вроде они где-то должны быть, да? Но вот только как к ним попасть? Задамся я вопросом. Просто никак не попасть. Надо как-то в этот тайный ход надо знать. Догадались же люди? А, вот куда надо. Да вот по этой лестнице идти вверх. Теперь дальше. Ободок идет. Нам сюда. Спасибо. Кто-то живет на дереве. Тут у нас никого. Значит, Соник какой-то опять был. Ладно, пойдем еще набирать нам угощений для Хэллоуина. Тут два домика. Эй, давай. Я пришел. Я пришел. Давай, дай мне деньги. То есть эти. Вот, ну, спасибо. Молодец, уважаю. Эти деньги. Дайте. Дайте. Давай. Давай мои конфетки. Ребята, что такое, он мне не хочет давать конфетки? Ну все, вот теперь уважаю. Нет, до него еще долго. Сколько нужно набрать-то, чтобы дойти до туда? Так, ладно. Ты уже на 19-м, на 20-м. Как они так быстро все набирают? Я еще только на 17-м. Те на 16-м. Я упал. Это без уважения какого-то. Вообще. Так, где мне еще искать? Ну что такое? Я вечно падаю, ребята. Надо осторожно. Да, мне бы сейчас осторожность была нужна. Вечно падаю сейчас. Эх. Давай, прыгай. Прыгай, прыгай, прыгай. Теперь поворачиваемся и осторожно бежим. Осторожно. Стоп. Бежим. Осторожно. Не подарил. Спасибо. Там еще есть они. Хорошо.
Давай. Дари мне их. Спасибо. Так, теперь куда мне надо бежать? Мне к нему еще пока нельзя. Мне еще надо сюда. Спасибо. И сюда. Все, теперь можно. Да-да-да, теперь можно. Круто. И бежим в ворота. Так, пока. А где мои конфетки, ребята? Куда они делись? Мои хорошие конфетки. Палаты. Да за вампиром бежать. О, как долго. Ты что, отдаляешься у меня? Иди-ка сюда. Ты что? Куда я упал? Пять. Понятно. Сюда, сюда. Теперь я понимаю, как долго надо подниматься вот по всем этим уровням. Что я уже на 18-м, те на 23-м, тот на 23-м тоже. Они поднимаются туда. Все. Спасибо. Понятно. А что так долго? Это все. Спасибо. Теперь куда? О, вот он. Ах ты. Маленький ужастик. Полосатик. Нет. Что-то не везет мне пока что с этими какими-то консервами. Эх, ну точно на них падаю. Не получается с консервами возиться. Как же можно их преодолеть нормально? Я не могу просто. И опять. Надо уже нормально как-то можно преодолеть. Кто-то преодолевал их. О, все, вот, наконец-то. Преодолели их. Стало хорошо. Опять нам надо в лифт. Вечно в лифты надо какие-то залезать. Или еще что-то. Вот ты где. Опять. Ребята, как он отдаляется от нас? Ах ты, я тебя сейчас поймаю. Где он? А? Ай! Что такое? Ах ты. Унитаз плохой. Чтоб ты тут унитаз этот этакой. Эй, куда дальше? Сюда надо. А-а-а, мистер темноты. А как пройти теперь этот? Я на 22-м. Теперь. Опять мистер темноты. Как же мне? Как же я смогу его победить? Такой быстрый. Как я смогу пройти против него? Нет! Это невозможно. Пройти против мистера темноты. Ой, наконец-то. Ой, опять. Туалет ему надо дать. Ой. Зомби какие-то. Ужасные. Ужасные. То есть. Ах ты. Унитаз с этим. С мистером Крючком. Барандучком.
Давай, катись сюда. Не успеваю. Так. О, унитаз. Ой. Держи, получай. Как же, когда его мы побьем? Попить бы его хочется. А то он едет тут такой, издевается как будто. Еще тут зомби ходят. А мне тут надо за ними гоняться. Я ж быстро, я его быстро догоню. Уф, наконец-то. И портал. А куда теперь? Сейчас что, он погиб? Опа-на. Куда мы переместились? У меня награда, ребята. Смотрите, комиксы. Дальше что? Я просто пока смотрю комиксы, я не знаю, что по-английски. Просто мне нравится смотреть. Ого, круто. А что он его вечно бьет? Ого, ребята. Это была классная игра. Всем спасибо за просмотр. Ставьте мне лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Лев.